Здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Batman Arkham City. Да, интересная игра довольно-таки, ну, хотя не всем, наверное. Она, наверное, пока, ну, большинство, наверное, покажется, блядь, а нахуй я это начал вообще ее проходить, какая-то залупа. Но так чисто, чтобы, ну, не знаю, посмотреть, что это вообще такое. Вот. В прошлой серии мы с вами прошли чуть-чуть прям, вот, остановились там, где нам что-то надо, какое-то задание, что-то забрать, короче, нужно у кого-то, поэтому приятного просмотра, ребят. Наливать чайку, кофейку, надевать пледик, обязательно. Приятного вам просмотра. Приятного аппетита, кто кушает, правильно? Правильно. Приятного чай пить, кофе пить. Еще раз приятного просмотра вам пожелаю. Усаж поудобнее. А мы начинаем. Найти мистера Фриза и забрать лекарства. Вот, да, вот. Про что я говорил. Про что я и говорил, в принципе-то. Наверное. Блять. Ох, как давно я сюда не заходил. Как я сюда давно не заходил, ебать. Чё у нас тут? Новый уровень, X2, ебать. Что это? Специальная комбо стая и ускорение специального комбо. Что это нахуй вообще такое? Посмотрим, что это за хуйня. Не, нам это нахуй не надо. Подожди, устройство. О! Взрывная волна. Боевая броня. А что из этого пизжа? Сидит на 25% лучше защита от прямых ударов. Баллистическая. Бля, вот это нам 100% нужно. Да, улучшим. 100%. И взрывная волна. Что это такое вообще? Это устройство автоматически накапливает кинетическую энергию столкновения с землей после пикирования. Вы можете высвободить ее в виде ударной волны, забивающей с ног ближайших врагов без бронежилетов. Это один из лучших способов начать бой с большой бандой на улицах Arkham City. Ну, я бы не стал бы пока, потому что, ну... О, чё, блядь? Ну, вроде оружие из рук. Коготь. Нихуя себе. Быстрый бэткоготь. А, то есть так, да? То есть можно оружие еще хватать. Интересно. А это что, электрозаряд? Ну да, мы это знаем. Это мы в прошлой серии с вами как раз таки посмотрели. Кошка, шо? Вот, у нее тоже что-то есть. Блин, бой, ну здесь специально комбо стая. Комбо стая. Особый боевой прием позволяет вызвать стаю летучих мышей, атакующих и сбивающих с толку врагов поблизости. Чтобы нанести максимальный урон, постарайтесь при этом находиться в центре вражеской группы. Это особый прием, особый комбо-прием можно выполнить только после достижения множителя комбо X8 или выше. Но это прям не так сильно нам нужно, я считаю. Ускорение специального комбо позволяет выполнить специально комбо после достижения множителя X5 вместо X8. Это улучшение будет доступно для всех игровых персонажей. Спорно пока. Это, знаете, как доп. То есть вот это специально комбо стаи с ускорением специального комбо. Это как, ну, как по мне, пока что доп. То есть нам так сильно это не нужно. За кошку мы с вами так сильно не играем. О, специально комбо кнут. Что это? Это жесткий прием позволяет нанести серию быстрых ударов кнутом, нанося уровень, блять, да. Нанося урон всем врагам поблизости. Чтобы эффект был максимальным, постарайтесь находиться в центре вражеской группы. Этот особый комбо-прием можно выполнить только после достижения множителя комбо X8 или выше. Хуенно, бля, спасибо. Комбо-подножка. Специальный боевой прием позволяет сбить с ног всех врагов рядом. Это особенно эффективно, когда вас окружили или когда нужно уменьшить количество нападающих. Если число врагов не слишком велико, вы можете провести решающий удар на земле. Это особый комбо-прием можно выполнить только после достижения множителя комбо X8 или выше. Бля, почему X8-то, а? Не понял. Бала. Метательное оружие. Ну да, это мы все это мы знаем. Шипы. А вот про шипы я хуй знает. Это оружие позволяет ставить ловушки на ничего не подозревающих врагов. Наступив на шипы, противник упадет на землю. В бою шипы можно бросить при помощи быстрого выстрела. Хорошо. Надо огнестрельного и... Давайте от прямых ударов ей фиганем, качнем. Пусть будет. Почему нет? Почему нет? Это что, промышленный район? А, ну это эти трофеи загадочника, где мы нашли, да? Планируйте. Непрерывно, более 150 метров, не используя усилитель крюка.
Лучше расстояние 62,6 метров. Ладно. Так, подожди, а что тут еще у нас есть? Карта у нас с тобой есть, данные, блядь, данные бот компьютера. Блин, ребят, так никто не написал, конечно. Интересно было бы вам, чтобы я почитал про этих персонажей что-либо. Ну, как по мне, это прикольно. Типа, про Бэтмена тут не так сильно все, да? Ну, было бы интересно почитать. Мне было бы самому интересно почитать тут про них что-либо. Напишите в комментариях, вам интересно или нет. Если нет, ну ладно. А мы продолжаем. Так. You see one of Joker's crew? Waste them. What about Batman? Kill him too. Just like that? Just like that. Так, что здесь у нас с вами? Обстановочка какая, ебать? Здесь челик находится. Опа. Разработанный WinTech панель управления их используют в муниципальных учреждениях. Ладно. Здесь ничего интересного для нас с вами нету пока что. Зайти никуда так сильно и нельзя. Опа. Ну, смотрите. Нам в любом случае нужно вот сюда, поэтому поехали. Что у нас тут с вами есть? Вот что есть. А, три еще, ебать. Головоломки пошли, да? Ага. Так, интересно, как это все сделать вообще? Какой, я так понимаю, их тела или что поднять, типа, сюда? Каким-то образом. Да не-не-не, тебе показалось, мальчик. Тебе показалось. Тихо-тихо, тебе показалось, я тебе базарю. Ну, до свидания, ебать. До свидания, ебать. Всего хорошего, блядь. Чум какую-то, ебать. Пусть он подуспокоится пока. Так как хуй знает, как он меня увидел. Подожди, как мне ее взломать? See him?
This security panel won't unlock without the city municipal codes. Кодов. Я понял. Чё, они ушли оттуда? Добрый вечер, диспетчер. Это дверь, хорошо. Интересно. Интересно очень. Откроем. Бля, как бесшумно, мужик. Ёбнешься. Мне не нравится, это совсем не нравится. Коль, тебе должно это нравиться. Пока, бля, я давно сюда не заходил. Давно не играл в эту игру. Политическое управление Gotham City. Скажете, почему? Ну, потому что мы уже допрошли с вами одну игру точно. Подожди-ка. А, ебать. Ну и что ты туда смотришь теперь, а? Я в пизде, блядь, мужик. Ну вот он прям здесь стоит, видите? Мужик, меня здесь нет. С кайфом. К вам побежал-то, блядь. А он взял другое оружие. Ха-ха, блядь. Ебать, это можно их троллить, получается, смотри. Не, ну ты смотри, сейчас подойдет, подожди. Ну давай, давай, подойди, ебать. Мальчик, подойди. Откуда? Я не знаю, откуда. Блин, что-то мы, да, сами застряли. Я вот честно не знаю, как поступить. То смотрите, есть два варианта. Опа. Есть два варика, здесь что-то можно взорвать. Есть две штуки, чтобы взорвать. Есть два этих генератора и тема, которая нам нужна вон, чтобы висеть. Все, не отвлеклись. Откуда, откуда, мужик? В пизде. Бля, очень плохо, что он сейчас смотрит.
Уж мне это не надо вообще. Маленький стелс. Penguin's keeping track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. I've lost one of you idiots. Let's end it there. Penguin gave an order, so move! They were right. I found someone! Бля, дурак что ли? He's making us look stupid. How's he doing it? Shut the hell up. We need to keep looking or we're all dead. What's wrong? Too scared to show yourself? You're gonna... Oh, it's you. Sorry, man. You need to stay frosty, man. Don't go killing the wrong people. Ага. Не варик вообще сейчас. Эй, как AX? Давай, мужик, наступи, блядь. Иди, давай. Ну пройди туда. Ну пройди ты! Бан нахуй. Nothing we can do about it. Leave him. We've got more important things to be looking out for. Show yourself, chicken! Потихонечку прям делаем все, потихонечку. Да, можно мне по газу ударить? Как? What?
sure it came from over there. Так. Where the hell are you? Тихо. Бля, мужик, только не спускайся, пожалуйста. Так, а где у нас с вами это находится? Вон там, да. Ебать. Не, ну это будет очень рисковая хуйня. Не надо нам такое. Тебя не сбежать? Ты уверен? Нам просто сейчас ждать, пока эти NPC переместит куда-нибудь туда. И все, не более того. Нет, тоже не вариант подниматься. А, вот спускается на вниз. Угу. Вот этого можно было вообще завалить, который внутри ходит. Ну, бля! Бля, все втроем в одной точке собрались, да? Ладно. Привлечем их внимание туда. Бегите туда. А мы пока... Я пока сделаю... А где еще один? А вот он стоит. Я понял. Блять, ну они так стоят, типа, ну ладно. Вот так, так вот так. Get over and find out who's screaming. What are you doing up there? Help me. Cut me down. Как Человек-паук прям, да? Как это произошло, интересно? Так, давай привлечем их внимание, знаешь, чем? Тут есть... Блять, еще раз. А он его не душит. О, бля, чем же еще и привлечь их внимание? Ну, вообще, по идее, они должны меня видеть. Ну, типа, все светло, все это. Ну, ладно. Чего не надо, когда надо? В
Где Фриз? Он в музее. Его похитил пингвин. Я вырезать язык из твоей поганой башки. Не люблю, когда на меня наговаривают. Нет, простите меня, Кабон. Он меня заставил все рассказать. У тебя есть несколько сюрпризов, начнем прямо сейчас. Что это, блядь? Посмотрим так быстренько. Тут ничего нету. Ну, в принципе, такого тут ничего и нету. Куда нам идти-то, блядь? Спасти мистер Фриза от пингвина в музее. Это явно не здесь, да, где-то? Нет, не здесь. Даже не ниже. О, где это, блядь, все находится? Ну, я так понимаю, на назад идти или что? По мне вроде да. А, ну вот, кстати, где мы были с вами. Ай, бля. Подожди. Морг. Подожди. Alfred. Сэр, вы уже забрали лекарство у мистера Фриза? Возникли сложности, пока не добрался до Фриза. Раньше запер меня в управлении полиции. Может, мы в ближайшее время не получили лекарство? Спасибо за понимание, Альфред. Сейчас я в здании полиции. Коблот явно подкупил кого-то чиновника, получил коды блокера всех муниципальных сооружений. Я скачу коды для отмены. Ну вот, блядь. Анатомия? Что, блядь? Подожди, блядь. Если мы так все шарим. А можно вот эту хуйню мне теперь? Можно. Заключение, бля, понял, как это работает. Просто сначала не понял нихуя, но потом понял. Прозрел, так сказать. О! Вот она оно. Так, ну шо, let's go, ебать. Где? А ну-ка. Давай. Let's go, нахуй. Так, здесь у нас...
Ничего такого нету, в принципе. Бан нахуй. Забираем. Это нам нужно такое. Это нам такое надо. Подожди, а как вот эту забрать тему? Я просто так и не понял, как вот эту тему забрать нам с вами. Что здесь раз. Подожди, а если... Подожди. Бля, стой. Блядь, не то. Подожди, как? Как-то же можно там, да? Явно как-то можно все это дело сделать. Но каким образом? Подожди, каким образом я должен эту тему открыть? Я просто не совсем пойму. Потому что здесь... Раз... Ну, бля, навряд ли вот эту хуйню, да? Подожди. Нет. Вот этой? Нет. Вот этой? Хер его знает, как эта тема работает, все. Ладно, let's go, короче. Не будем париться насчет этого. Да, блядь, дурак. Let's go. Отсюда. Напишите в комментариях, как это все работает. Я просто пока так, не знаю. Пока не знаю, честно. Парк аттракционов. Так, шо здесь? Подожди, а зачем это? Получается, что вы бросили нас тут с говоризм Джокера. Ты из них с собой могил. Стараюсь снести хоть кого-то из них с собой могилу, сынок. Понятно. Я пускай так и будет. Я жду тебя в церкви, тебе нравится, хочу догадать, что я лучше тебя приходи, если не боишься. Типа, на мне вот на эту, типа, тему идти? На вот эту хуйню? Получается, что да. Доп здание какое. Как я отмечу? Подожди. Signs of life.
Терминальные сканеры никого движения, пусто. Хорошо, пускай Каши и они сейчас ребята подыхают. Они никогда не были частью операции. Ну погнали, чё? Логично. Ну брось, ты не поможет, даже ребенка понял бы. Тебе придется прийти в церковь. Я внимательно, я буду говорить достаточно медленно, чтобы ты слабым мозг смел сказать мое несложное послание. Ты хочешь знать больше, тебе придется прийти в церковь. Must have been the penguin. Figure he'd wire the street to blow. That's it. I'm gonna kill that ugly midget. Yeah, wait in line. Then let's get in it. We will. We just need to figure out if he's left any more surprises for us. You think there's more bombs? Who knows? Screw it. Let's just wait here and see what happens next. Yeah. Anyway, there'll be plenty of people lining up to take a shot at Cobblepot. Знаешь, куда мне вообще, блядь? Дожди. Может, я его шпион? Я не могу. Есть простой способ выяснить. Еще разборки между собой пошли, ясно. Не будем мешать. Медицинский центр. Так, что, блядь, за тема вообще? Блядь. Давай. О, нет, куда же они поднимались? Может, пока ты занимался тем, чем занимался? Некий загадочный проскользнул мимо и похитил эти несчастных дураков? Где ты спрятал их? Пять вопросов, темный рыцарь. Это не тебе нужны ответы, а мне. Разгадай мои загадки, я скажу тебе, где они. Разгадай мои загадки, и они не умрут. Блять. Загадки не мою вообще. Ну давай попробуем. Ну, может начнем? Этот инструмент, чья музыка всегда идет от сердца. Что я? Я тут инструмент. Я тут инструмент, чья музыка вся идет от сердца. Что я? От сердца. Блядь, долбай. I need to solve the riddle before I can leave. Я тот инструмент, чья музыка играет от сердца. Что я? От сердца. Oh, this is embarrassing. I'm an instrument. I've got something to do with the heart. Мальчик, успокойся. Неплохо, вижу, ты все справляешься. Если решишь достаточно много моих тщательно подумал головой, то скажу тебе, где остальные залоги. Первый в зале суда. В зале суда. Let's go. Don't get too comfortable, Dark Knight.
По всему Архам Сити работает под глубоким прикрытием люди, чтобы я всегда был в курсе того, что планируют так называемые сверхзлодеи. Прямо сейчас один из них устраивает маленький приветственный сюрприз для тебя. Понятно. Спасибо, блядь. Пиздец. See, I told you, Batman's here. I don't get it. How'd you know? That's not important. Kill him! No problem. Бля, да моё, что ты делаешь? Я знаю, что ты работаешь на загадочника. Пожалуйста, мне надо больше. Я расскажу все, что ты хочешь знать. Вот это уже лучше. Понятно. Замечен Бэтмен. Ебать! До свидания, ебать. Куда нам? Бля, не пойму, куда нам, блядь. Арком Сити, что-то такое был там. This panel is protected using Tiger encryption protocols. I can't decrypt it without access to the master control program Strange uses. Понятно. Кажется, пингвин нашел суть. Куда ступить через 7 часов? Нет! Стой! Свидание, нахуй. Подожди, а куда нам? Ну, вообще, вон туда. Ох ты, блядь.
До свидания, ебать. Всего хорошего, ебать. Да все, все, пока нахуй. Давай, 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 давай. Блять. Как это тупо, да? Очень тупо. Someone cut the mask off his face. No need to be gentle. Но мне нужен не музей, мне сейчас нужен заложник из суда. Подожди, куда нам? Блять. Вот сюда нам с тобой. 100%. Let's go. Мы его спасем. До свидания, ебать. Ебать вас тут, нахуй. Да пошел ты нахуй, дядя. Не увидел ты, тебе показалось. Я тебе базарю, тебе кажется просто. На, ебать. Погнали, пацаны, блядь, погнали, нахуй. Да-да, я понял, что все, кроме этого зелененького челика. Ай, блядь, мужик, больно вообще-то. Блядь, я долбоёб. Иди сюда, блядь. Скажи, если же знаешь про загадочника. Thank you. What's the plan? I say we go down there and kill the sons of bitches. Teach them a lesson for going anywhere near the courtroom. Not so fast. Рядом с судом ожидается, что, блядь? Мальчик, да, тот, с кем тебе лучше не встречаться. Бах-бах. Тихо в зале суда. Блядь. Опять мы здесь? Doesn't matter right now. All you need to know is he wants this chump looked after. What did he do? Who knows? The boss knows. He'd have told you. Well, he didn't. Look, there's no conspiracy.
We're a team, right? We work together, and we do what we're told. I guess. Бан, ёпта. Погнали нахуй. Всё ж, еблан. Сучка. Давай, давай. Погряхали, блядь. На, ёпта. Соснёшь ты, блядь. Опа, смотри, как умею. А ты так не умеешь. На, ебать. Иди сюда, блядь. Гадочник, говори. О, чёрт, ладно, ладно, я просто помогаю ему. Благодарю за сотрудничество. Это первый заложный. Это всё он. Я бы не хотел этого делать, но он меня заставил. Схватил моего друга и воткнул ему в нож в ногу. Да я виноват, но он убил его. Осуждаем. Где он? Он безумен. Велел вывести всех из церкви, обещал убить всех, если откажусь подчиниться. Я был так напуган. А еще он во всем винит себя. Теперь ты в безопасности. Он велел тебе кое-что передать, и ни в коем случае не ошибись. Это цифры 275-325. Понять не имею, что они значат. Запомни, 275-325. Важно число рации. 275-325. Сука, где ты? Два, семь, пять, три, два, пять, да? О, только что было. А, два, семь, пять. Блять, как мне, как вот это реально правильно выстроить? Бля, я рот ебал, как мне это нахуй? Сука. Ну, допустим, здесь. Да ты серьезно, нахуй. Подожди, а может наоборот? Здесь 3, 2, 5. А там 2, 7, 5. Охуенно. Наконец-то, полагаю, мне нужно выполнить свою часть соглашения. Сгадка для тучи мыши. Можешь ты ее решить? Что это число? Да, еще одна игра за гаденечку. Он тебе что-то дал? Да, обычная коробка. Не знаю, какой от нее прок. Разберусь. Значит, церковь. Там безопаснее. Машины.
А ты говори, вот что, если ты меня знаешь, что захочешь поделиться, но если поделишься, меня не станет. Что я? Если ты хочешь... Если ты не знаешь, что я, ты хочешь мне поделиться, если... а если знаешь, что... Хочешь, чтобы меня не стало, чё, блядь? Ну, логично, секрет. Неплохо. Ты справился. Как ребенку, лучше еще ходить. Я должен гадить за заплатное старание и сказать, где находится бедный доктор, чтобы отчаянно зовет на помощь, боясь скорой смерти. Ага, ебать. Да ну нахуй. Значит, вырвался в Аркхам-Сити, взял в заложник рану церкви. Кажется, его сделали в тюрьме, с тех пор, как ты навел полицию на его убежище. Чего он хочет? Вместе. Он оставил мне радиочастоты и дал совет, чтобы разгадывать его загадки. Они связаны с точками на карте Аркхам-Сити. Подержите в курсе. Let's go! Да, загадки, блядь, загадочника. Так будет называться, наверное, эта серия даже, блядь. Подожди, блядь, я не понял, нахуй. Мне, нахуй, мне подожди, я хочу, блядь, его пройти загадки. Я, конечно, понимаю, у нас есть дополнительный сюжет, но вот это нам помогает очень с вами, как по мне. Как по мне. Типа какой-то чел, блядь, хуй на какой горы, загадывает нам загадки, блядь. Ну, мы в ловушке. Кажется, Пингвин начал действовать свою... Ведь Джокер тоже не теряет времени, и это все становится только хуже. Не говоря уже об Бэтмене. Извиняюсь, прошу прощения. А что во время нашей последней встречи он сломал мне 3 ребра, руку и отправил в Блэкгейт? Где-то здесь, да? Давай так чисто покрошим их чуть-чуть. Ну, в хорошем смысле я имею в виду. Обезоружим. Не очень правильно. Блядь, тварь. Ебать, это специально комбо. Блять, тварь. Бан, ёпта. Бэтмен победил. Естественно, блять. Куда нам? Подожди. Здорово, блядь, мужик. Много жертв среди девчон, поэтому в норме.
Ага, вот так, да, значит. Блядь, долбоёб! А все из-за чего? За то, что он прыгнул, блядь. Прыгнул! Конч. Потерял секунду уже. Ха-ха-ха. Сосал, блядь, загадочник. На последнюю секунду забрал, прикинь. Так, шо, куда мне, блядь? Я так не могу понять, шо, где здесь? Где, что здесь? Подожди. Нам чуть выше с тобой, ну туда. Не могу понять, куда нам? Куда нам? Где-то здесь? Блядь, долбоёб. Здесь. Да, все верно. Блядь, вот это что ли больница? А где тут вход? Не совсем пойму пока. Здесь должен быть вход. Его здесь нахуй нету. Где-то наверху, значит. Представляешь, блядь? Подожди, где-то наверху должен быть логичный вход. Anyway? Здорово, ебать. Блядь. Бля, либо я тупой, либо санки не едут, нихуя. Там входа внизу нигде нету. Верно? Верно. Что-то да, нам тогда что нужно? Вход с другой стороны. Что, ну давай, 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 блядь. Салам алейкум, пацаны. Как вы? Easy, Batman.
Блять, я нажимаю кнопку, дурак-то, блять. Подожди, где здесь вход, блядь? Я просто не совсем могу понять, где вход, где что, блядь, здесь, кого нахуй? Нам нужно вот сюда, вот она, написано даже. Нарисовано где. Нам либо с вами вход искать. Ну, по идее, вот она, вот. Вот здесь, вот, нам сюда. Нам сюда, блядь. Блядь. Что за хуета? Заложник вот здесь находится. Я хуй его знает, честно. Ну, блядь. Давай. Здесь входа нигде нет. Пошли по улице побегаем. С тобой. Блядь, нахуя? Ты дурак. Здесь входа нигде никакого, ебать, самое интересное, нету, блядь. А, ебать. Понял. Подожди. Batman. Давай, мальчик. Значит, нам сюда с тобой, да? Нет, не, не, нам это не нужно. Куда чел? Что, смотрите, он специально здесь один подсвечен так. Ох, блядь, эти ебучие загадки, я поэтому их и не люблю. Вообще не люблю. Вообще в другом месте находимся с вами, чтобы вы понимали.
Давай, просыпаемся, бать, мужики. Бать, ускорение пошло, ебать, смотри. Блять, тварь ты. Ты ебок нахуй, все испортил, блять. Так хорошо все начиналось. Бля, я просто не понимаю, где вход. Или нам дают мало теплодержи. Да. Иди сюда. Я знаю, что ты работаешь на загадочника. Что? То есть да, пожалуй, не бей меня, я все расскажу. Не сомневаюсь. Так, что-то мы с вами узнали, но непонятно что, да? Вот где-то вот напротив. Где-то, блядь, вот здесь вот. Находится вход. Блядь, где нахуй? Ребят, я просто, ну, реально не шарю. Где мне заложник спасти, ебать? Как мне его спасти, блядь? Здесь, да? Подожди. Может, эта хуйня была... Может, вот эта хуйня не специально. Подождите. Здесь бар. Здесь прохода нет. Бар. Бля, я сейчас дезморалюсь, нахуй. Бля, где ебучий вход? Можете мне сказать, пожалуйста? Блядь, подожди, логически. Ну, логически он где-то там должен быть. Давай с тобой обойдем полностью это здание. Хорошо. Здесь мы всех поэтвали. Вот мальчик сидит, грустит. Но, блядь, здесь нету. Ебучего входа здесь нету. Блядь, ну ты конченый. Или да? Поздравляю, блядь, что лишились камеры. Ты, сука, едь сюда, блядь. Подожди, вон смотри. Вот это здание, да? Около него еще хожу. Нам сюда идти. Но где вход? Может, это вот хуйня, да, которую мы сейчас с вами открывали, она не специально? Ой, может, она не случайно здесь? Блять, может где-то здесь вход, я хуй его знает. Здесь нет нигде входа. В этом-то весь прикол. Бля, я просто в аху. Где, блять, он? Во, когда ты что-то не можешь найти, оно всегда на видном месте. Всегда, блять. На видном месте эта залупа всегда. Здесь, блядь, нигде нахуй нету этого ебучего входа, блядь. Блять, меня сейчас заебет это все дело.
Вот это здание. Вот оно. Нам вот сюда идти с вами. Вот это ебучее здание. Все верно? Нет. Вон то? Нет, вот это. Вот это здание, да. Вот, оно здесь есть. Когда подхожу к этой залупе, синей, блядь, вот этой нахуй, там нихуя нету, ребят. Там ничего нету. Я не знаю, честно, что за залупа. Получается, вот этот край вот до сюда идет. Но здесь нихуя нету. Ни входа, блядь, ни выхода, нихуя здесь нету. По идее, нам вот показывают вот сюда. Давай выше соберемся. Хорошо, я выше забрался. Вот показывает, брат, вниз. Он внизу что-то есть. Прикол. А, подожди. Нет, не... блядь. Ну ты конченый. Здесь ничего нету. Больше, здесь только вот эта хуйня была и все. Я хуй его знает, ребят. Я честно хуй его знаю. Подожди. Может, какой-то из окон, блядь. Что здесь не все горят? Ну ты дурак! Совсем, что ли, блядь? Здесь нигде никакого входа нету. Бля, сейчас полсерии будет на про то, что я, бля, как еще вход, ебать, чисто. Бля. Здесь тоже ничего нету. Нигде входа нету, блядь, в эту залупу. А где он может быть, а? Где этот вход может быть? Логично, если подумать. Какое-то окно, да? Хорошо. Какое-то окно. Здесь нихуя. Вообще нихуя нет. Здесь тем более ничего такого нет. Здесь тем более ничего нету. То есть вот он этот весь, вот оно все здание это. Я уже все его обошел. Блядь. Я все его обошел. Здесь нет нигде никакого входа. Но нету нигде здесь входа, блядь. Что я должен сделать, блядь? How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad, full of rage? Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? Oh, you are a true... Только не говори, пожалуйста, что это то, что мне нужно было найти. I look forward to breaking you.
Нашли какой-то диск. Аналитический. Блядь, как мне это заебло все. Ну подожди, блядь, я ищу другое чуть-чуть. Я ищу вход в эту больничку. К сожалению, пока что я его не нашел, этот вход. А где он, блядь? Ну он либо вот здесь вот.
Ребят, реально хуй его знает. Давайте последний раз пробегу. Если не найду, пойдем по сюжету дальше. Ну, я правда хуй его знает. Где, блядь, что здесь? Блядь, сука, как у меня сейчас нахуй бомбанет. Ёбаный сыр, блядь. То есть все это время, вот этот знак вопрос, вот к этому знаку вопрос нужно было, блядь, подойти, да, нахуй? Просто подойти и нажать пробел, нахуй, да? Блядь. Да ну нахуй, серьезно? Пиздец. Охуенно. Я обошел, блядь, уже сколько, 3 или 4 раза все здание. Охуенно, вот это загадка, что нужно быть внимательным. Всегда, вы запомните, если что-то ищете, всегда что-то ищете, да, вот ты там потеряешь даже ту же мобилу, вот телефон вы потеряли, да, и начинаете его искать, всегда знаете, всегда вот держите в голове то, что он лежит всегда на видном месте. Просто нужно повнимательнее посмотреть. Вот всегда так, блядь. Что-то теряешь, оно всегда лежит на видном месте, блядь. А ищешь ты нахуй час. Пиздец. Плюс, если у кого так было. Плюс в комментарии. Так, что здесь? Блять. Не глупи, темные рыцари. Они бы не оказались в текущем положении, если бы пытались думать, хоть много наперед, согласись. Ребятка, слышим, а также еще 4 последующих спасешь их. Ты безумен. Лежи, Тимур, ты придумал, как открыть дверь. Но это было легче, намного, чем найти вход, я скажу вам так. Мы прыгнем, рыцарь. Ну это было легче найти вход, а я вам говорю. 625-925. Вот что он велел тебе передать. Не знаю, что это значит, но он обещал убить остальных, если я не беру все слово в слово.
Почему он может просто сказать, что ему нужно? Потому что он психопат. Вот уж точно. Шесть, два, пять, девять, два, слишком быстро, темный рыцарь, чтобы найти заложенных, нужны секреты, а у тебя с этим напряжено. Найти больше секретов загадочных, чтобы узнать расположение следующей комнаты. You know, right? Ты знаешь, что остальные в порядке? Life, ты спас мне жизнь, Бэтмен. Я твой должник. Чего он спрятал сегодня добиться? Спас мне, я твой должник. Интересно, очень даже интересно. А, ну вот эти хуйни, конечно, да, открывать придется. Понятно, ребят, понятно. Да. В общем-то, интересно получается, очень интересно. Как по мне. Поэтому на этом мы закончим, да, эту серию, потому что она так длинная, ебать, как получилось. Если вам понравилось. Да, мы пошли не по сюжету, по доп. Заданию. Но по мне, как по мне, это интересно. Если нет, напишите вам свое мнение в комментариях, в принципе. В принципе, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, все ссылки в описании. Телеграм-канал, там все инсайды про мою жизнь, да. Посмотри, там никакой рекламы, чисто моя жизнь, прям кайфанешь. Я такой, посмеешься от души. Вот, плюс там можно комментировать, да, так что, да-да-да, заходи. Подписывайся тоже. Плюс там у меня кидаю оповещения, там все, кто там подписан, да, узнают первыми, когда выходит новое видео. Ну, бывает, что YouTube моросит, так что давай. Вот, в принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр, ребят. Увидимся в следующей серии. Давайте.